господа, с вами я, ваша любимая Суперкоплей. И вы спросите, почему изменилась именно сама я? Сейчас просто, господа, просто я думаю, как пройти эту главу, как пройти этот медальон. Вы увидели прямо сейчас. Я тут сижу, я уже поняла свою ошибку, уже надо сегодня как так. Ну все, всем привет, вам присмотрите, вам аппетитов. Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Суперкоплей, и я снова буду возвращаться в мистера Хопса Плейхействе. Я не смогла пройти. Ой-ой-ой-ой, почему? Я хочу... А, может, надо как-то так сделать, как-то так. Чтобы было вот так, да? А то, блин, светит мне в уши. Господи. Это не настоящее. Господа, я должна пройти эту... Я же посидела на диване, было все норм. Так. Все норм? Так. О, нет. Так сделать, так. Так, за мной бежит. Панда. Панда Сим. Усы. Прям в душу так, пожалуйста. О! Блин! Почти что до конца, почти что я дошла. Надо как-то так пройти? Пандочки, которые будут на тебя летать. Надо свою силу проявить. Так. Достаточно силы. Чтобы бороться с этим существом. Ай, как она меня ударила. Блин, я подумала, что это могло бы обхитрить. Ты что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как я проиграла? It's not real. Можно даже стоять.
последняя жизнь. Я ее убила ее. Я же не знала, блин. Да блин. Господа, я только что спокойна. Просто проходим. Почти что получилось. It's not real. Снова крестить пальцы. Да как ты бесишь? Ну как же ты ее бесишь? Как же раздражает это?
реально, она меня реально бесит. Как же я не делала выпуски по этой игре? По этой игре у меня есть много выпусков по Мистер Хопс. Господа, я хочу как бы выжить в этой игре, а мне не дают как бы победить. У меня чуть-чуть бы осталось, и бы время бы нормально было. Не проверила время реально. Упрощает мне задачу. Почему постоянно я умираю? Почему? Почему постоянно? Да почему? Господа, всем пока, увидимся в следующей серии. Придется отдохнуть.